С нами Антон Худобин, вратарь «Атланта», один из героев победы над «Нефтехимиком», очередной победы подмосковного клуба. Антон, что было самого сложного в матче? Показало, что сегодня тоже у вас было работы не просто немало, а более чем предостаточно. Ну да, в принципе, работа. Каждую игру есть работа. Но второй период, самое главное, натиск выдержали и, в принципе, сумели забить в третьем периоде этот переломный гол, я думаю. И это все изменило ход матча, и ребята стали немножко раскованнее играть, я думаю. И никакой паники не было, все нормально произошло. Скажем так, какой бросок сегодня был самым сложным? И вот, может быть, те моменты, которые пришлось выручать, запомнились или нет? В третьем периоде там пару таких интересных бросков было, пару рикошетов было, и там, когда... Из-под игрока бросили один раз, я ловушкой отбил, наверное, это был такой самый более... Я пытался ее найти внизу, и она вылетела вверх, в принципе. Ну, слава богу, поймался нормально. После серии неудач чувствуется, что и «Атлант» поймал уверенность, и наш вратарь поймал кураж. Это так? Ну, я думаю, все вместе у нас получается просто игра. Наконец-то налаживается, я бы так сказал, это ничего еще не говорит. У нас еще долгий путь впереди, и каждая игра, как, наверное, как в плей-оффе. Вот, очки нужны, и плюс. После черной полосы должна быть белая, правильно? Поэтому была черная, сейчас наступила, дай бог, белая. Слышатся ли вам крики в поддержку именно в ваш адрес, и как вы на это реагируете? Ну, да, слышу, конечно. Можно было бы отреагировать по-другому, как-то, может быть, махнуть или еще что-то, но игра длится 60 минут, и приходится только довольствоваться тем, чтобы поаплодировать после игры уже нашим болельщикам и поблагодарить их за то, что пришли на очередную игру. И, в принципе, ну, так-то, а в течение игры не получается пока. Следующий матч один из самых сложных. Это фактически лидер чемпионата на Востоке, Акбарс. Что будет самое сложное? Это та самая связка Зарипов-Морозов, которая постоянно забивает «Атланту». Ну, у них, в принципе, вся команда очень опасная. Там все четыре пятерки, я так понимаю, очень укомплектованы. И, ну, в плане они знают, как реализовывать и что делать. Это все зависит от нас, как мы будем играть. И нет команд, которых нельзя выиграть. Поэтому будем готовиться так же, как готовились на эти три игры. «Динамо» у нас на первом месте тоже смогли выстоять и победить. Поэтому так же и с «Казани». Ну что ж, успехов вам. И желаем вам попасть в сборную на Кубок Первого канала. Спасибо.